Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму желе из двух сортов смородины. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем по полкилограмма черной и красной смородины, добавляем 1 кг сахара и хорошо все перемешиваем. При этом стараемся раздавить ягоды, чтобы выделилось как можно больше сока. Затем отправляем смородину на плиту и доводим содержимое миски до кипения на сильном огне при постоянном помешивании. С момента интенсивного закипания засекаем время и варим ягоды 5-7 минут до начала оседания пены. Дальше огонь снижаем до среднего и даем варенью покипеть еще 3 минуты, не больше. Общее время кипения смородины не должно превышать 10 минут. Иначе желе может не выйти. Снимаем варенье с плиты и сразу протираем ягоды через сито. Стараемся выжать как можно больше жидкости. Получившийся джем начинает остывать и покрываться пленочкой. Поэтому как следует его перемешиваем и разливаем по сухим стерильным банкам. Из оставшегося жмыха можно сварить замечательный компот. Банки сразу не закрываем. Даем желе полностью остыть при комнатной температуре. И только после этого закручиваем или закрываем капроновыми крышками и убираем на хранение в кладовку. Вот и все. Очень вкусное смородиновое желе готово. В качестве приятного бонуса получаем еще и компот. Пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.